Всем привет! Сегодня мы приготовим потрясающе вкусное блюдо грузинской кухни харцани. 1,5 кг свинины нарезаем на крупные кубики, как минимум на час замаринуем в аджике. Далее крупно нарезаем 1,5 кг картофеля. 1 кг лука нарезаем полукольцами. 1 кг болгарского перца нарезаем на небольшие полоски. 1 кг моркови нарезаем ломтиками. 1 кг баклажан нарезаем также на небольшие ломтики. Мелко нарезаем пучок кинзы и небольшой пучок петрушки. Мелко нарезаем чеснок. 1,5 кг помидор перекручиваем через мясорубку. Наливаем около 100 грамм подсолнечного масла и добавляем упаковку сливочного 180 грамм и выкладываем тушиться мясо. Примерно через 20 минут мясо убираем из казана. Далее обжарим картофель до румяной корочки и убираем. Потом на очереди обжариваем лук до золотистого цвета, опять убираем. Морковь и болгарский перец обжариваем вместе. Как морковь станет мягкой, все убираем из казана. Ну а далее обжарим баклажан до полуготовности, добавляем томаты, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сладкой паприки. Выкладываем в казан все обжаренные овощи и мясо. И тушим под закрытой крышкой 20 минут. Добавляем нарезанную зелень и чеснок и тушим под закрытой крышкой до готовности картофеля около 10 минут. Я готовил харцани на большую компанию. Вы можете уменьшить все ингредиенты как минимум в 3 раза.